Совсем скоро в селе Ромашково появится новая современная поликлиника. Ее возводят в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На данном этапе на объекте проходит установка стен первого этажа, строители выносят инженерные сети и уже приступили к обустройству системы отопления будущей поликлиники. На данном этапе у нас выполнена только часть будущей нашей поликлиники, потому что нам нужно осуществить перенос проезда к существующему интернату. Вот дорога, на которой мы находимся, это проезд к интернату. По проекту эта дорога переносится вокруг нашей будущей поликлиники. Как только мы завершим устройство этой дороги, мы приступим к разработке котлована под вторую часть здания. Согласно проекту, общая площадь здания превысит 4000 квадратных метров. Трехэтажная поликлиника сможет принимать по 350 пациентов в смену. Здесь будут не только кабинеты терапевтов, педиатров и узкопрофильных специалистов, но еще и помещения для рентгена, УЗИ и ЭКГ. До конца года в планах у нас осуществить монолитные работы, выполнить все сети ниже нуля, завершить земляные работы и приступить уже к внутренним сетям внутри здания. Новая и современная поликлиника сможет принять своих первых пациентов уже в следующем году. Все общестроительные работы планируется завершить до конца декабря. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».